Всем привет! С вами Мизерамус, мы продолжаем проходить четвертую разнотыву на уровень сложности профессионал, GameCube-версию. Да, и мы отправляемся добывать ключ от ворот замка. Так, там надо придумать, где Эшли спрятать. Что-то нормальных мест я там и не помню. Я просто не помню, откуда там монахи эти прибегают, фанатики, сектанты. Лос Иллюминадос, короче. Люди название, конечно, себе придумают. Хитрые люди. Ну да ладно. Так, вот, пожалуй, на первый раз я попробую Эшли оставить вот около этих ворот. Они закрыты, поэтому будет время, в случае чего, добежать. Так, Эшли, вставай за мою спину. Ой. Вот здесь. Прямо прижаться к воротам ей надо. Здорово. Да, я здесь, и здесь. Я тоже знаю, что я здесь. Ты чё? Не-а. Я не ждал, что с него паразит вылезет. Он должен был отлететь. Я недоволен. Так, снайперская винтовка в руки. Да, я буду так небольшими эпизодами переигрывать, где не надо очень много переигрывать. Да ладно, оставайся. Да пофиг, оставайся здесь. Где хочешь. Где хочешь, чё хочешь. Матано! Валим. А зачем тебе мои мозги, мужик? А я тебя вижу. Мозгов-то у тебя не очень-то много. И у твоего паразита тем более. Интересно, я могу вот так вот заманить на эту бочку? Да вы чё? Так, понятно. Они какие-то слишком умные. Не хотят заманиваться на эту бочку. Козлы. Вообще. Короче, нет, здесь оставлять опасно, они, по-моему, могут отсюда прийти. Я не знаю, откуда точно, но они могут отсюда прийти. Ничто, по крайней мере, им, по-моему, не мешает. Оттуда прийти. Вы чё меня уже заметили? Вы идиоты, что ли? Вы что меня заметили, идиоты? Так, на тебя надо вот это оружие. Ворим. Yeah.
Чё за баг? Какого хрена? Какого хрена меня труп схватил, игра? Ну офигеть теперь, меня труп схватил и нанес урон. Как так? Да, бывает. Чё сказать? Хотя бы одного я взорву этой бочкой. Нифига себе, он улетел. Не обращал внимания, что стрелы видно, когда они падают. Пускай Эшли сюда придет. И, чтобы ее не сныкали, вот сюда куда-нибудь я ее запихну. Здесь все-таки будет определенно. Хотя нет, здесь ее нельзя оставлять. Я помню, я как-то ее здесь оставил, да, думаю, да, здесь будет безопасно. И потом хренак ее тут этими цепами забили. Не знаю, как это точно называется. И это было вообще подло. Что-то место я вспомнил нифига не безопасное. Так, теперь ключевой вопрос. Есть ли тут безопасное место? Так, надо их... Тут подкараулить? Что делаешь? Идиотина. Ну конечно. Так. Мне, конечно, не понравилось, что меня тогда ударили. Труп меня ударил. Ну, я вот на этих щитовиков сейчас огненную гранату потрачу. И все. Будут знать. Опять бегут. Так, я думаю, уж с ружьем постою. Спать. Ага. Хо-хо. Чё вы? Фига себе, вас там народу. А-а. Хрен. Козёл. Лицо мне оттяпать захотел. Так, ну с тобой можно разобраться один на один. Ну нафиг. Еще разбираться с тобой. Да, я быстро меняю свое мнение иногда. Так, здесь еще.
А, мужики ушли. Прекрасно вообще. Серьезно. Козел, ты тварь. Тварюга. Животное вообще. Так, вроде вот эту штуку надо взять. Вы сюда идете вообще? Кстати говоря. Тип, ты дебил нафиг. Да что ж такое-то? Ну никуда не годится, серьезно. Но я не хочу этот момент проходить, тратя кучу лекарств. Вот странный я человек, да. Что вот этот момент можно пройти, не тратя кучу лекарств. Сейчас они меня не услышали, кажется. Так, сейчас они отсюда попрут. Ты полаганутый. Располаганный. Там что есть? Голосом их приманить. Так, того дебила я видеть не хочу. А дебилов нет. А, нет, дебилы есть. А, как смешно, мужик. Не, но на одного тратить. Вообще что-то. Если можно ничего не тратить. Прекрасно. Так, может быть, удастся назвучать так, чтобы он меня услышал. Да нет, этого дебила я сейчас хочу убить так, чтобы он меня не убил. Как так? Follow me. Wait. Так. Приманим их сюда. Мужик, где второй дебил? Ну ладно. На, второй на меня не сагрился просто. Понятно. Раз не сагрился, то чё уж его искать.
Не надо, мужик, подумайся. Как бы тебя лучше убить? Вот против этого дебила каратель вообще идеально подошел бы. А пистолет вряд ли сейчас в ближайшее время будет доступен на перезарядку. Так, все отлично, но он без помощи. Так, окей. Follow me. Лучше сейчас Эш пусть за мной бежит. Кстати, мне кажется, бегать быстрее Леона. Офигеть можно. Так, вот когда я эту сундучку открою, отсюда полезет толпа. Так, лучше вот здесь стой. Они, по-моему, побегут по через верх. Хотя вот, вот здесь стой. Ха, твари. Не ожидал? Фига себе, ты улетел, мужик, ты чё? Я ж тебе не с ракетницы шмальнул, и даже не с магнума. Так, а это штаны Эшли, я думаю, что там лежит еще. Так, ну все. Вот эту толпу, кстати, мне... Вот это хорошо получилось, я не ожидал, что я эту бочку так удачно подобью. Так, сейчас. Follow me. Можно вот так, конечно, оставить, чтобы она дверь держала открытой. Удобно, если нужно будет резко просто от чего-то смотаться. Но тут я больше не вижу предметов. Поэтому... Посматриваемся отсюда. Follow me. И не нужно дверь открывать. Ну, конечно, офигеть. Почти 20 минут проходить один простой момент. Ну да. Дожили, называется. И уходим сюда. Да-да, я в курсе. Да-да, я в курсе. Меям Рамон Салазар. Боится, гад. Стену ставит. Чё? Я ждал вообще ничего. Так, вот здесь, по-моему, должно быть что-то. Неудачник. Так, ага, у нас там есть доступен тир. Его я посещу отдельно. Естественно, мы не заканчиваем серию. Да я просто чекпоинт себе такой сделал. Так, надо осмотреться. Кстати говоря, вот этот портрет, по-моему, можно сбить. Замечтательно. Замечтательно. Так, ну ладно, давайте перезарядим. Пригодится в любом случае.
О, желтая травинка. Ключ от тюрьмы. Висел на прикрепленной к штанам картины. Так, где мне тебя ставить? Мисс Грэхэм. Думаю, тут можно ставить. Попробуем сейчас здешнего мини-босса Горадора. Да, дверь закрывается. Вот такой хитрый способ использовать, чтобы его забить. Черт. Нифигашечки не работает этот ваш способ. Ну, готов, в принципе. Follow me. Стоп, там же должны быть патрончики к дробовику лежат на балке. Нет? А, вон они. Не настолько узкие, что их видно только с одной стороны. Офигеть. Офигеть, вы узкие. Ого! Так, я могу... Ой, не вот это. А, к двойной зеленой смеси желтую уже добавить нельзя. Окей, я понял. Так, Эшли, иди сюда. Я тебя запру здесь. Все, будешь в камере сидеть. Чтобы знала. Да ну тебя нафиг, короче. Не трогать меня, тварь. Так это опять жирный плавай, да? Или обычный? А, жирная. Но даже жирный умирает с одного удара. Нашего замечательного оружия. Так, а там сейчас толпа неадекватных стоит. Окей, пока не... Они заспавнились, видели? Вот перемотайте, посмотрите, они реально заспавнились. Черт, промазал. Короче, трусливый хрен тебе, иди сюда. Я тебе сейчас лицо оторвать буду. Мне же сказал, не поверил еще. Стоит такой, шатается. Да ничего ты мне не сделаешь, американский агент. Как
Хватит мне угрожать своей палкой. Может, не надо мне палку угрожать? О, здорово, мужик. А ты кто? Где тот дебил, который палку угрожает? Был один, стал другой. Возможно, их там двое. Спать. Да не поможет тебе, лорд Садлер. Как бы ты ему не молился. Неудачник. Ну да ладно, мне повезло, что он неудачник. Если в мире есть неудачники, то значит кому-то с этим определенно везет. Значит, кого-то можно в этот же момент назвать удачниками. О, Эшли, здорово. Давно не виделись. Валим. И вот теперь мы закончим на эту серию. Я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч. В следующих сериях.